Друзья, всем привет! Мы находимся на неделе моды в Москве, Mercedes-Benz Fashion Week, которая проходит с 30 по 3 апреля. Мы здесь будем находиться в течение всех этих 4 дней. И сейчас, в течение 5 минут этих, мы хотим вам показать, что нам предстоит увидеть в течение этого времени. Да, мы постараемся вам показать все так, чтобы вы обязательно сходили сюда и посетили это интересное место. Итак, давайте начнем наш обзор всего, что здесь находится, с фотозоны. Начинает ее Manet Professional. Здесь можно фотографироваться с женщиной в розовом платье и с этими гелями для душа и всем этим остальным. Дальше мы можем видеть ласку. Это порошок, если я не ошибаюсь, которым для одежды. Здесь вы можете снять свой собственный клип и отправить его себе на почту. DHL – это доставка товаров по всему миру. Дальше мы проходим к главному гостю сегодняшнего и всех этих последующих дней, к Mercedes-Benz новой модели AMG GT, четырехдверное купе. 639 лошадиных сил, 6,3 литра, 3,9 секунды до сотни и цена в 12 миллионов рублей. Дальше мы можем пройти и посмотреть на Glo. Это система нагревания табака. Здесь вас приветствует везде женщины в красном платье и предлагают покурить Glo. Но это можно делать исключительно с 18 лет. Но можно, конечно, и пораньше. Дальше мы проходим к зоне лаунж Mercedes-Benz, которая предлагает посетить только владельцы дорогих Mercedes-ов, которых машины стоят от 6 миллионов рублей. После же этого лаунжа можно увидеть и посетить Mary Kay, это косметика, которая красит и которая предлагает свои услуги по мейкапу. А здесь же мы сейчас подошли к главным местам всего показа. Это два зала, где проходят все показы мод. Это зал Mercedes-Benz и зал Global. Зал Mercedes-Benz – это малый зал, а зал Global – это большой зал, где проходят большие события. Здесь же мы можем увидеть слева большой бар, где вы можете присесть и отдохнуть за барным столиком или за диваном и освежиться прохладительными напитками. А сейчас я хочу передать слово своей подруге Ксюше, которая продолжит рассказ о этом мероприятии. Итак, продолжим. Дальше мы видим новое место, чтобы пофотографироваться, и еще по совместительству это бар. Вот тут стоит такой фургон, тут продают как бы фирменные бургеры, напитки, очень вкусно. Дальше мы видим сцену. Тут обычно диджей, но сейчас тут выступает какая-то очень классная певица, как мы видим, и так будет проходить каждый вечер, так что обязательно приходите. А дальше мы видим снова бар, они тут на каждом шагу. Вот, послушайте, просто так много красивых людей, наверное, все модели или танцоры. Вот как мы видим, тут все люди сидят, общаются, обмениваются контактами. Тут все очень красивые, модные. Так что приходите, вам обязательно тут понравится. Тут мы видим расписание. Вот. Сейчас мы подойдем. Конечно, привлекает внимание Елена Потемкина, Белла Потемкина. 1 апреля будет проходить 8 часов вечера. Вот. А под конец, завершать этот Fashion Week, будет Егор Гуляев. Также тут будут такие
звездный дизайнер, как Александр Рогов. 7 часов вечера, 3 апреля, приходите. В общем, программа тут суперская. Вот. Тут все также фотографируются. И сейчас мы нарываемся к конференц-залу. Проход тут только для СМИ, поэтому, если вы не СМИ, проход сюда запрещен. Тут можно отдохнуть, тут бесплатная вода. Ну, то вам придется покупать воду за 200 рублей. Вот мы и завершаем наш поход по этой выставке. И поэтому всем спасибо, всем пока. Пока.